Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию посмотреть еще один обряд сватовства. Автор Евгения Красинская, село Костромское, муниципальное образование, Холмский городской округ. Алешенька сам не свой. С той ночи затасковал, замялся сердечный.
не ест, не пьет, все мечтает наяву найти жар-птицу, красную девицу и стать ее хозяином. Похудел весь, задумываться стал, жальным стало парнишку ясно-сокола. Просит уважить нашу просьбу и позволить поискать ваши деньги жар-птицу, красную девицу. Ой, в нашем тереме очень много девиц, и одна краше другой, все и умницы, и умелицы, правда? Вот у нас есть, например, красавица Лебедушка, и умница, и богатая, красавица Лебедушка, покажи! Поклоном отдашь вначале.
спросить у родителей невесты, у отца, у матушки. Согласны ли вы дать свое родительское благословение на брак нашего Алексея да с вашей Аленкой? Дорогие матушка и батюшка, я прошу руки вашей дочери. Я буду любить ее так, как вы ее любили и жалели. Согласны мы, но смотри, если обидишь, отдаем тебе самое дорогое. Ну-ну, хоть раз обидишь, голову твою снесу. Алексей, это твоя невеста, да благословит Бог ваш союз. Ну, что ж. А сейчас пометить невесту нам надо. До свадьбы еще время есть, чтоб залетные петухи глаза не пялили, да сердце девичьи не смущали. Метим тебя колечком серебряным, да с глазочком фианитовым. Носи себе на радость, да подружкам на зависть. Дарю в честь нашего сватовства своей голубушке. Ой, наш, конечно, наш. А вот позвольте сказать бабушке словечко, проверить вашего жениха, а то много не говорят, женится, сам гвоздя вбить не может. Вот сейчас попробую. Перенось порог дома, чтобы быть теще желанным гостем. Давай, сынок, давай. О, это молодец, молодец. У нас сынок на все руки. Ну, а сейчас позвольте преподнести вам вина и этот волшебный мед к вашему столу. Этим медом мы вам, хозяин, ушки намажем, чтобы вы о зяте своем ничего плохого никогда не слыхали. А вам, хозяин, что мы глазки намажем, чтобы о своем зяте вы ничего плохого никогда не видели и не увидели. А все остальное я себе на язык намажу и буду на вашем застолье речи сладкие толкать. А теперь я хочу подарить вам первый подарок. Я дарю вам дерево. Это не простое дерево, а плодовое дерево. Создали семью, посадите дерево. Родили первенца, посадите дерево. Построили дом, посадите дерево. И в конце концов у вас образуется большой сад. А чтобы сад этот плоды дал, надо за этим садом ухаживать, поливать, беречь. Так и свою семью берегите, ухаживайте, охраняйте. И еще пожелать вам хочется, чтобы у вас родились дети по любви и по желанию, и чтобы ваши дети, как плоды в вашем саду, были крепкие, здоровые и не огорчали вас. Спасибо, бабушка. Давай я помогу вас. А теперь, гостечки, гости дорогие, сваточки родные, соседушки наши любимые, прошу всех к столу, поесть пирогов сладких, чтобы у молодых была сладкая и сытная жизнь. Прошу всех к столу. Нет.
дела теперь сделаны, пора и честно. Да ты свадьбу совсем посладил. Наверное, пора и честь знать. Я так и думаю. Улыбайтесь, здоровья!